Так, итак, погнали. Игра в CSGO без видеокарты. Без. Да, FPS не радует. Двадцаточка. Да, я не могу попасть ни по кому. Так, погоди. Что с настройками? Настройки, изображение. Низкая, низкая, вокал, нет, нет. Ну, в принципе, как бы все стоит прям по максимуму. Ну, 16 FPS, это, конечно, грустно, спору нет. Тут прям-таки катастрофа. Здесь можно только вот так стрелять, видите. Но, тем не менее, игра запущена. Вот еще раз к тем, кто думает, что в CS-ке важна видеокарта. Да, видеокарта важна, но гораздо важнее процессор. Даже без видеокарты CS-ка запускается.